А, грузовое судно, боже. Прям моя любимая карта самая. Всем привет. Маленький сланький похлопочки с вами базин, мы продолжаем приходить. Друзья, моя вина первого программа. Уже 14-я часть прохождения игры, 14-я карта, которая называется... Грузовое судно, да, как я уже сказал. Погнали. Карлов миксер, остров состязаний, получается, да. Чтобы вывести систему из строя, надо уничтожить все передатчики в этой зоне. Ты узнаешь их по высоким антеннам. Если я правильно понял, они проводили свои антенны на ближайшем два моста. Если повезет, ты найдешь там взрывчатку. Что происходит? Почему так мало патронов? Я не понимаю. Так, ладно, постараемся сейчас убивать, короче. Тихую. Погнали. О, это было красиво прям. По головам прям, да, по одной пульке. Значит, чётненько. Четко и экономно. Главное, да? У кого-то 18 патронов, у кого-то там, блядь. 20 патронов. 25. Это, походу, рандом. На рандомно выпадает все. Random.org там, наверное, вставил сайт. Ну, скрипт какой-нибудь. И по рандому патроны выпадают. Это, кстати, тоже умно. И более реалистично. Окей, я нашел... Уничтожьте первую башню. О, кстати, да, мы уже будем бороться с этим. Нашим красавчиком. Это будет интересно. Ну там я что сделал? Просто воспользуюсь как бы этой... Африканцевым. Его лайфхак, наверное, использую. Ну все. Ну давайте доберем до первого сейва. А, мне нравится так стрелять. Блять. Окей, я охеренно. Вообще супер. Класс. Офигенно.
Просто супер. Великолепно. Охренительно. Так, надо еще тут снять. Дрожбан, он меня напрягает. Ну что ты уплываешь, тварь? Такая скотина, конечно. Ну давай, короче, на это. Капец, осложнение даже эту фигню. Охренеть. Вот мразь он, конечно. Ты должен установить взрывчатку на передатчик в помещении под самой антенной. Это окей, окей. Ее. Спасибо за консультацию. Я бы и без себя разобрался. Ну что такое-то, блин? Чё за пиздец? Окей, я нашёл... Отлично. Иди по компасу, Джек. Ой, как же я эту карту ненавижу. Прям вообще не люблю. Вообще-вообще. Ну ладно. Я справлюсь с этим испытанием. Так, куда мне здесь? Я хорош. Хорош. Как он грохнулся. Прикольно. Иди нахуй. Окей, такая нашел... мразь просто. Охреневшая мразь.
И сколько это у меня будет видео длиться? Наверное, час-полтора. Такими темпами, блядь. Вообще прекрасно. Супер-пупер. Так, да, сюда мы сейчас тоже доберемся. И вот тут дымс. Да. Именно так. Надо убить ту мразь сразу, которая меня постоянно убивает. Нахеревший, блин. Так, сейчас главное до сейва, до сейва. Хрен вам, твари. Все, наконец справились. Погоди секунду. Вот она, к северу-западу от тебя. Так, теперь дальше идем. Там будет посложнее. А последнее еще сложнее, блин. Добираться до туда, конечно, капец будет. Ну ладно, ничего. Мы со всеми справимся. Сейчас, чтобы главное меня не запалили. Когда я буду подниматься, сейчас аккуратненько как-нибудь отвернемся, что ли, или как? Вот так вот, да? Да, вот так заебись. Так просто прекрасно. Великолепно, замечательно, превосходно. Да-та-та-та-та-та-та. Именно так. И вот так вот тебе, гадина. И вот так вот тебе тоже, да-да-да. И вот так вот тебе, парни.
Да. Yes. Надеюсь, он умер. Готово. О да, люблю запах запала по утру. Где следующее? Ты приколист, Карвин. Я помираю со смеха. Последняя антенна находится к северо-востоку от тебя. Ушевеливайся, они высылают подкрепление. Какая физика. Превосходно. Падла. Не. Так, ну что нам остается делать-то? Не, я не буду рисковать с этой херней. Плывем, короче, ладно. Только у меня проблемка есть, у меня снайперской винтовки нет. Я никак не смогу убить тех тварей, которые на вышках. Это довольно-таки проблема сейчас будет проходить. Ну, вот это вот место, кстати, да, трудное такое. Ни хера себе. Ни хера. А почему эта пушка такая имбовая? Вот это вот я реально не ожидал, нахрен. Почему так просто вообще? Охренеть, блин. Просто охренеть. Yeah.
Найс. На. Вот и все. Ну что, мы закончили? Готовы. Минутку. Странно. Сигнал все равно не проходит. Ру установил где-то запасную антенну. Погоди, надо рассчитать. Вот она. Запад от тебя. Они установили мобильную антенну на корабль. Ну да, последний. Но я смогу с этим справиться. Как окажешься на борту, размести взрывчатку на топливном баке. Должно сработать. Убил, нет? Суку я. Так, катер. Катер? Серьезно? Да это же, по-моему, вообще лайфхак. Это реально лайфхак. Катер. А он будет катер еще? Я вот так вот наготове прям сделаю. Нет, вообще охрененно будет. Откуда, падла? Ты что творишь? Что ты вытворяешь, а? Уродец. Похер. А, специально, да? Такая мразь. Мразь просто. Двадцать пять секунд. Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Все, сигнал проходит. Все, я закончил. Пора сваливать. Не волнуйся, я с ним разберусь. Я надеюсь, успею. Давай. Ты за это заплатишь, Карвер. Твое маленькое путешествие подошло к концу. А чё как быстро, эй? Быстрее, чем обычно, бля. Пиздец. Как мне теперь его убивать? Короче, ладно, я не буду пользоваться, потому что это средний уровень сложности, да, все-таки.
25 секунд? Мне надо уносить ноги. Может, на носу корабля меня не достанет? Закончил. А, заебись. Тут приближается. Черт, это Гроу. Не волнуйся, я с ним разберусь. Все. Все, отлично. Сейчас мы его захерачим просто. Ты за это заплатишь, Карвер. Твое маленькое путешествие подошло к концу. Что он делает? Ну, наконец. А ты круче, чем кажешься. Хорош. Лучше просто. Он выпрыгнул, плывет по Гао. Чего ты ждешь? Вали его. Сначала подберу тебя. Кроу пойдет на корм акулам. Извини, Джек. Но мне нужна важная информация из палма моего коллеги доктора Андерсона. Хорошая новость, я знаю, где он погиб. Я проведу тебя в зону, где он пропал. Помогу найти этот палм при помощи отслеживающей системы. Затем нужно... Так, следующий у нас там вроде катакомбы, да, которые пройду потом. Инструкции, как только достанешь палм. Окей.